Это страусенок, по-моему, еще не взрослый. Это мать с детенышем. А это, наверное, папа. Спиной повернулись гады. Это нормальные бычки. Good, thank you. Наконец-то овечка. Good. He can move. That's fine. Целуется, что ли? Что это у него? Групповой? И боки.
свойственно. Аллея размышлений, аллея весны, культура кладбищ. В южноамериканских странах потрясающе. Запах кипарисов. Так постриженных кипарисов. Капитан Адольф Андерсон, да? Ага, вот фамилия Кусанович. Колоссальный этот. Туси? Этик? Don't be in the car, okay? Сам затянуло капитально. Я не дораду. Да, в течение получаса все поменялось. Море приобрело красивый темно-синий цвет. Thank you.
14 декабря, папин день рождения. Вчера в 8 часов вечера мы повернулись назад и вернулись на Билана в пролив, потому что какой-то корабль потерпел там крушение, аварию. На борту вроде бы было 140 человек. Дали команду СОС, мы вернулись. Сейчас где-то половина десятой, мы только начали движение назад. Не знаю, ли мы успеем проделать то, что запланировано. Por mi tierra, donde quiera encontrarás para tu cansancio el alivio, techo y pan. Y verás que hay poco, pero sobra para dar. Si andas por mi tierra, una guitarra de bendición, dar la mano y creer. Canta violeta de Chile, sol de América Latina. Canta y recibe el beso de mi guitarra argentina. Canta violeta chilena, gracias a la vida. Расположен на юге Чили, рядом с Пуэрто Мон.
видимость улучшается. Мы видим América Latina, canta y recibe el beso de mi guitarra argentina. Canta la violeta chilena, gracias a la vida. Да? Баран ничего не знает. Белла Виста. Там все, Гай, там все. Yeah, 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 you love it, you love it. Con canción de amor de la vieja molienda, con el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. No doubt about it. Vieja.